Ну, я вот считаю, что как раз красивый центр города и возможность припарковать машины – это то, что сейчас, в общем-то, происходит. Я приезжаю, нахожу свободное место, которого бы в жизни бы никогда бы не было, если бы там не было платной парковки. То есть в пределах Садового кольца, да, там, по-моему, еще дальше развивается эта штука. Так или иначе, я могу с помощью приложения в смартфоне найти себе место, заплатить там 60 рублей за час и спокойненько здесь постоять. В то время, когда еще несколько лет тому назад в центре просто найти парковку было, я считаю, просто невозможно, нереально. Я сам был свидетелем этих вещей, поэтому, в общем-то, сейчас, мне кажется, очень даже и неплохо. Но главное, чтобы эти деньги еще шли в бюджет и на развитие города. И вообще тогда хорошо было бы.